фантастический. Сегодня, ну, как будто хотелось сегодня, возможно, там отыграть, там, знаете, как в привычном вам строе положено, да. Сделать там тяжеляк, да. Да, там, ну, барабаны, гитары, там все дела, басы, там, кричать, как мы умеем, все дела. Приехали, поняли, что, ну, аппарат, типа, не позволяет этому всему, и вот собрали вот здесь, вот, возле этого костра такого, знаете, как вот, ну, положено. Да, давай, подпак. И сыграть вот именно вот возле костра эти песни, которые, ну, знакомы нам, знакомы вам, надеюсь, и в каком-то роде сделать клевую атмосферу и разбавить этот субботний вечер. Кто студент, поздравляю с днем студента, на самом деле, сегодня очень крутой день. Был студентом чуть-чуть совсем, бросил, забил, ушел, да. И как-то, может, кто-то из вас остался им. Желаю вам удачи и клевых сессий. Первая песня «Картина». Все идет акустически. Представим себе, что мы ну, в каком-то таком, знаете, маленькой закрытой комнате. И ну, постарайтесь получать, да, ну, то есть кайф, наслаждение, все дела. И можете подпевать, кстати, да, есть расположение. Играем. Берешь.
Следующая песня «Ангелы». Да, первая, ну, если помните, это помню. Была очень давно. Еще сделал громче себя. А ты меня чуть-чуть. Раз, раз, раз. Чуть-чуть подними. Раз, 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 раз. Чик-чик-чик-чик. Высокий, да, чик. Высокий. Раз, чик-чик-чик-чик. Вот у нас. Раз, раз, раз. Один пульт на 6 каналов, да? Ну, на раз нам, на самом деле, приспосабливается к любым условиям. Ангелы, да. Гип-поп показывал. Я не знаю, как показывать это при акустике, но реально очень крутая атмосфера. Может так казаться. Может когда так ходить. Но сейчас атмосфера очень крутая. Следующая песня «Сны». Песня с Карматрэша Бома. Новая интерпретация еще песни. На самом деле очень интересная. И...
Всех как-то, ну не то что напугать, а подумать о том, что а может ли быть вообще такое. И все задумываются и подумать о том, что, блин, надо что-то сделать еще полезное в жизни. Для себя, для своих, да, да, для своих родных, типа, и там, каких-то вещей. Там. А вдруг, типа, я вот, вот последние там дни буду жить, типа, и потом будет капец. На самом деле не будем грустить, но это я хотел бы, чтобы вы просто относились к этой жизни немножко там, ну, как-то проще, типа, и главное, ответственнее, и, ну, жили, и не думали о том, что, типа, деньги это вообще все. Ну, на самом деле, это да, это, типа, они нужны, типа, чтобы там поесть, там, купить что-то, там, какие-то дела, там, приехать на маршрутке, там, в поезде, там, еще что-то. Но важнее то, что есть здесь, вы знаете, вот это важно. Хочу представить Илюшу, Илья, вот Орлов, он нам сегодня помогает, и вообще, ну, вот это, в последнее время нам очень сильно помогает, как будто... Спасибо большое! Дай-ка рапу следующая песня. Самая очень песня вообще. Такой old school. Можешь дать громче гитарки, если я не напомню. Да, потому что тут одна гитара играет. Давай. Дайте рапу!
классический концерт. Очень редко у нас это бывает. И с вами группа Анна. Вчера играли в Харькове,
в жаре там было, там тон был, там еще кто-то был, мы были, и был тяжеляк, да, и бачили там кричали, и, сори за маты, там все дела, и, ну, было по-своему, значит, горло там посадил немножко, но сегодня вот так вот, сегодня такой лаунч вообще, и там, ну, веду к тому, что каждый человек, ну, там, ладно, и песня «Зрада». Круто, да.
песня? Песня «Палец», да? Ну да, есть такое. Это типа heavy metal, только по акустике, будем называть это так. Мы сегодня открыли эту вот такую штуку. Мы сделаем такой демотиватор когда-то, да? Вот такой. Называется «Бес». Отлично. Да, «Бес», да. И песня называется «Свержение», и эту песню придумал слова Васька Прозоров, вокалист группы «Тол», и мы написали «Мазон», и вместе записали ее, и вот сейчас мы презентуем ее вам в акустике, и оцените. Поехали. Дальше шовит погляд, погляд дает.